решил снять старую материнскую плату. Так тут много труда в нее вложено. Такие дорожки все. Буду мелкие. Буду ее разбирать. Вот тут видеокарта АГП. Старый разъем тут. На процессоре написано 1999 год. Потом покажу. Вот, думаю, вот эти транзисторы выбирать, паивать. Тут N-канальные 30 вольт. 30 вольт, 60 ампер. Сопротивление их. Миллион. Только тут не написано, где затвор, где исток, где дрейн. Вот 1, 2, 3 написано, а где что таки не написано, номеры не подведены, не подмечены. Вот 30 вольт постоянный истока ток, 60 ампер в импульсе, 10 микросекунд, 120 ампер, then surface mounted to an affair board using one pad size. Ну, когда с радиатором, в общем, этот он 60 ампер даст. Затвор и стоп 3,20 вольт плюс-минус. Ватт 75 может выдать. Тут емкость затвора вроде бы. Тут скорость в затвор. Затвор исток 10. Ой. Сопротивление затвора 3,3 Ома. Затвор 10 вольт подается. 15 вольт питание и 15 вольт сток. Это вот тоже какие-то скорости. Реверс рекавери тайм. Это диода скорости встроенного. Сорти дрейн диоде характеристики. И тут сопротивление вот показано. 9 миллион. Это 0,009 Ом. То есть, когда затвор исток 10 вольт и сток ток 35 ампер, это 9 миллион. И когда затвор исток 4,5 вольт и когда затвор ток, то есть сток ток 20 ампер, 15 миллион тогда сопротивление. Но это все равно очень мало. Например, если сравнить, так, пятнадцать миллион, это сколько Ом? 0,015. Вот это столько Ом получается. Вот для сравнения РФ 640 Н. Провод интернета задел. Пока я покажу его. Радиатор. Вот радиатор. Медный весь. Тут я пластинку погнул.
такой тяжелый достаточно. Как любят говорить, увесистый. Вот тут сопротивление 0,15 Ом. А там 0,015. В 10 раз меньше, чем этого транзистора. Так что его можно на пуш-пуле ставить. Это 30 вольт. Только главное не подать питание выше 30 вольт. Ну, на этих 12 вольтовых инверторах ставят тоже на 30 вольт. Пошла мода ставить транзисторы на 30 вольт. Раньше ставили на 55 вольт эти 3205, теперь пошла мода на 30 вольт, потому что они больше ток держат. А там все равно 12 вольт, и не надо 55 вольт напрасно подавать. То есть додумались до лучшего. Вот моя камера чуть ли не как микроскоп работает. Положу тут контрастный.
Свое время на сколько денег стоило. Теперь разбирать придется. Как тут процессор выбирает. Вот камера. Какие там? Вот камера, которую я снимал. Вот аккумулятор приделан. Паял просто к тому. Вот так включается. Показывает, что полная батарейка. Сейчас